Когда-то, выбирая профессию, он сказал, что не хотел бы носить форму. Носить почти и не пришлось. Не та служба. Служба, требующая внимания и сосредоточенности, а еще обязывающая не обращать на себя внимания. Поэтому звезд на его погонах не видел никто из посторонних. Ни капитанских, ни майорских, никаких других. У вас форма есть? Есть. Вы ее надевали когда-то? Конечно. На удостоверение сфотографироваться. Подполковник Алексей Иванович Годяев в программе «Тайны спецслужб. Реальные истории секретных сотрудников».